Четверг. Всегда в движении. Зоя Субботина и Марк Клепфиш. Друзья, мы вас приветствуем. Ну вот они, мы наконец появились в пути, а то машину видно, а, так сказать, кто там за рулем и кто прокладывает путь не сразу. Мы здесь, а? Это, друзья, мы с вами программа «Такси на Дубровку», значит, за рулем Марк Лепфиш. И постоянный штурман Зоя Субботина. Мы приветствуем вас в этот замечательный день. Слушай, среда. По средам обычно мы с тобой делаем вояж. Приглашаем к нам или ездим в гости. Да. Много хорошей музыки. Но сегодня, друзья мои, много интересного вас ждет. И, знаете, будут определенные встречи. Но мы пока все держим в секрете, как всегда. А, почему? У нас потому, интрига, что... дорожная интрига, да, друзья. Да, вот вы знаете, иногда порой только будьте внимательны, чтобы ваши дорожные интриги не приводили к чему-то самому. Помните, всегда службы стоят на страже, все видят, ремни пристегнули. Вот хорошо, скорость не надо, камеры везде. Так что, друзья мои, будьте внимательны. Но мы едем, и самое главное вначале дать вам правильную рекомендацию или правильный совет. Ну что, если вы решили все-таки купить квартиру, сейчас, одну минутку, будьте внимательны. Президент компании Tri-State Mortgage Сергей Радов уже более 25 лет помогает получить своим клиентам финансирование на любые типы недвижимости в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Флорида и Пенсильвания.
Вот, пожалуйста, рекомендация. Будьте внимательны. Его знания, многолетний опыт и безупречная репутация в банках позволяет найти для вас самое лучшее финансирование. Сергей Радов быстро, главное, профессионально поможет получить моргидж для покупающих впервые с минимальным первоначальным взносом для инвесторов и не граждан США, получающих доход от аренды, включая R&B. Сергей предложит специальную программу без проверки доходов. Друзья, за последние 3 года цены на недвижимость значительно выросли, накопилось equity, то есть деньги виртуальные. И Сергей Радов может превратить их в реальные деньги, которые можно использовать на любые нужды, включая покупку новой недвижимости. По любым вопросам финансирования недвижимости в Нью-Йорке, Флориде, Нью-Джерси, Пенсильвании, звоните Сергею Радову 800-353-5114-800.